Для того, чтобы найти действительно, что произошло, нужно спуститься вниз. Мы выходим в путь. Будем надеяться, что не будет землетрясения. Потому что если это случится, то вы должны быть готовы, чтобы над вами смеялись. Передача города под землей. Эти туннели проходят почти под, полностью под горой, и я только начал. Это канал истории, и это самый близкий человек Индиане Джонсу. Все, что я хочу, говорит Дон Вильдман, я хочу заходить в эти пещеры, в эти туннели. Это просто то, что вы хотели делать, когда были детьми. Он гуляет под землей в самых крупных городах мира. Здесь наверху какая-то ванна сейчас. Сейчас он находится в Иерусалиме. И мы говорим о туннелях, которым 2000 лет. В принципе, они знали, что они умрут. Как можно победить римлян? У меня здесь мой фонарь, я все вижу. Может быть, это кажется хорошей работой, но все очень непросто. Я езжу с 30 июля. Это район боев. И канал истории не дает особой известности. Я сделал очень много реклам с 80-х по 90-е года. И тогда меня узнали больше людей, чем сейчас, когда я занимаюсь историей. Если вам нравится история, но вы не очень любите ползать по таким туннелям, вы можете посидеть перед экраном, и вот этот американец покажет вам, что происходит под землей.